А вот в университете имени Мечникова сегодня поздравляли с 1 сентября 1500 первокурсников. Будущие филологи, юристы, журналисты уже считают пары и готовятся учиться. Завтра у них первый учебный день. На Дне знаний для тех, кто постарше, была и наша съемочная группа. Первокурсники собираются не так рано, как первоклассники. В университете имени Мечникова линейка сегодня не в 8, а в 12. Пары начнутся уже завтра. И для некоторых их количество пока большая неожиданность. Мне еще понравилось вот расписание в понедельник. Английская за профильным с прямованием. 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 И как вы думаете, какая пятая пара? Пять пар, это как бы для нас это много. Но мы привыкнем, я думаю, и оно рулит. Эти ребята, хоть и только пришли учиться, никого не стесняются. Говорят, со старшими курсами будут ладить. Нет, ребята очень приветливые, и нет никакого стеснения абсолютно. Все студенты собираются на площади перед зданием университета. Первым их приветствует самый главный человек в вузе – ректор Игорь Коваль. Шановні першокурсники, вітаю вас зі вступом до одного з кращих класичних університетів України. Здесь сегодня настоящий праздник, ведь студенты умеют не только учиться. Филологи читают стихи, экономисты поднимают флаг, философ зажигает факел знаний. А сам бородатый, почти настоящий Илья Ильич Мечников напутствует с университетского балкона. Я смотрю с большой надеждой на ваше поколение, поколение 21 века, которое вступает в мир, полный удивительных научных достижений и огромных мировых угроз. Знакомиться со студентами приехал и глава области Михаил Саакашвили. Он студентов поздравляет уже как взрослых людей. Очень хвалит Одессу и тех, кто здесь живет. Каждый одессит, который я встречаю, это ходячая энциклопедия, ходячая компания бизнес, ходячий научный институт, ходячая отдельная политическая партия. Просто очень талантливые люди, у которых есть готовые решения. Михаил Саакашвили сегодня здесь самый популярный гость. Все хотят фотографию. В этом году в ОНУ имени Мечникова 1500 первокурсников. Ожидания и мечты у всех примерно похожи. Говорят, хотят выучиться и сделать мир лучше. Юлия Федорова, Анастасия Симонова, Константин Лужневский, 7 канал.